53 metai. Panimaite? Ne. Žiūrėk, 93 metai. Aha. Metai man. Aš buvau vaikas Smetanskų vreme byla. O eta Sranica byla православна. Православна. Это церкви. Это страница. Била лютеранская. Uh-huh. А это была католическая. Католическая. А сейчас это православный храм? Теперь нет. Теперь не православный, католический. Католический тоже. Да, знаете, святого Николая. Я говорю, как был Светанское время. Был православ, лютероной и литовский. Военной армию приведет здесь иногда, если православной церкви или Таня кончалась молиться, так военный не ходит. А если, вы знаете, они не кончалась, они приходят иногда, и, вы знаете, они не кончалась, как сказать, дождают до концу их молитва. О, какая культура была, понимаете? Да, да. Не так, как в Кипре. Да. О, ну, что поделать. Но сейчас-то лучше живется. Как? Сейчас лучше живется, чем при СССР. Вы знаете, я говорю правду. Да. Да. Лучше. Вы знаете, нам много денег дали. За границу, Запад. Да. Не надо мелать. Вот. Хочем, я получу, вы знаете, пенсию 269 евро. Понимаете? Нет, сколько евро? 269 евро. Это много? Ну, я говорю так, как есть. Я не пью, не гуляю. Имею два комнату и заплачу за 100. И купила масло, купила молоко, пила сыра, виска, вот покушаю так. А сколько вам лет? 93, понимаете? 93. О! 93. О! Здорово, здорово. 93 года, да? Ну, да. А в чем секрет вашего долголетия? Вы знаете, не пью, не гуляю. И все. Но я, если могу, я часто хотела сделать хорошего люди. А. Вот так. А продукты дорогие сейчас? Вот я не хочу, чтобы этого закрываешь. Я вам подскажу. Ага, хорошо. Одно дело. Да. Бед пусть не было. Все закрыл, да. Вот вы знаете, в немецкое время мы имели русскую солдату. Немцы дали работать. Понимаешь? А когда его надо было привезти назад, русский уже переехал Днепру. Понимаешь? Да. Тогда немцы собирали все. Так бы мы дали цивильную одежду, и он побежал. До свидания. Вот так. До свидания. Вам говорю, счастья. Мне все равно. Сварбу хороший. Это государство. Я не любила коммунистов. Честное слово. Коммунистическое не любили, да? Нет. О, вы знаете, вот этот русский человек, что и он виноват. Не виноват. Не виноват. Вот и вот, дело вот такая жизнь. Ну, здоровья вам, счастья, вам. Да. Дай Богу счастья вам. Вот так вот.